Раньше природе ничего не угрожало, но с появлением человека начались войны. Сначала были рыцари, великие войны, а потом у людей в жизни начал процветать прогресс в технологиях, и были войны пострашнее сражений на мечах. Затем люди довольно сильно эволюционировали в технологиях, и продолжились войны государств, и появились войны против банд, мафии. Но среди этих войн были необычные люди, которые могли изменить мир по-своему. Были люди, которые могли превратить мир в хаос, убивая всех на своем пути. А были люди, которые рисковали своей жизнью ради своего мира и народа. Были люди, которые боролись с криминалом внутри государств. Также были и наемные убийцы, убивающие ради наживы. И еще были люди со способностями, которые хотели лишь убивать и ничего более. С ними как раз наши герои и борются ради защиты мира и людей в целом. Вали отсюда, патриот, тебе тут никто не рад. А нас ты себе рабство не заберешь. Я никуда не уйду, а мои друзья мне в этом помогут. И в том числе вы поможете нам подчинить других фриков. А ты мне очень пригодишься, Саймон. Ты ведь, как-никак, ветеран Первой мировой войны. Условия будут таковы. Если вы победите меня и моих подчиненных, то мы уйдем отсюда навсегда. Если мы выиграем, то сам понимаешь, что произойдет с вами. Извини, парень, но мне придется это сделать.